Всем привет, с вами Арсений, интернет-магазин Tokamp и видеообзор рюкзака походного, или его еще называют вещмешок, от российского производителя. Многие его знают, кто по армии, особенно он был популярен в наше советское время. Вот, сам с ним находил не один десяток километров. Вот, что он себя представляет? Небольшой, удобный, походный, на все случаи жизни, один кармашек для самого необходимого, что вам понадобится. Боковые утяжки, то есть объем у нас можно увеличить, уменьшить, зажать, все остальное. Самые простые лямки с грудным ремнем, при необходимости можно на груди немножко утянуть. Особенно это полезно будет, если у вас тяжелый груз внутри. Горловина у нас достаточно легко и просто утягивается. Спокойно затянули. Из вашего вещмешка ничего не выпадет. Лямки у нас, грубо говоря, импровизированные. С помощью нехитрых манипуляций. В любой ситуации вы затянете горловину, даже если он у вас битком набит. И спокойно закинете рюкзак за спину и пойдете за грибами и всем остальным. Весь мешок удобен, просто в обращении, сгодится на любые случаи. Материал достаточно прочный, прослужит вам не один год. Выполнен рюкзак из того же материала, что и плащ-палатки. Меня зовут Арсений. Понравился рюкзак? Заказывайте у нас на сайте. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Рекомендую.